Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор шестого каталога Faberlic. Оставлю вам свои отзывы на новинки, поговорим о самых интересных акциях. Итак, поехали. Здесь у нас с вами стартует новая линейка уходовая. Сам Бадерью, я вам уже рассказывала, что мне пока на данный момент понравилось все. Океан, свежий акватический аромат. Мист для тела прям вот очень рекомендую. Очень. Мне безумно понравился аромат. Вот безумно. Я уже рассказывала, что он звучит на самом деле на теле, ну, по крайней мере, на моей коже. Не так, как из флакона. Очень вкусно, очень классно. Вообще линейка супер. Пена пенится отлично, кстати, все замечательно. Крем вот этот прям понравился безумно. Действительно, кожа после него упругая. Хочется взять на самом деле еще, мазаться и мазаться. Вот прям выравнивается рельеф, кожа упругая, кожа классная, аромат тоже классный, все понравилось. Рекомендую. Цена вообще адекватная. У скраба тоже со скидкой консультанта он выйдет там рублей 140. Это нормально. За 180 грамм это нормально. Отшелушивает хорошо, все супер. Если говорить про ароматы, то мне больше всего понравился аромат зеленого геля для душа, но это мне. А так, кому что нравится, надо смотреть, надо пробовать. Для 500 миллилитров это тоже очень дешево, прям вот очень. У нас с вами будут купончики, весенние скидки 50%. За каждые 1000 рублей, грубо говоря, будут давать вот этот купон. Но обращайте внимание, за каждую 1000 по ценам каталога. То есть, допустим, когда уже собираетесь утверждать заказ, посмотрите, может, вам 20 рублей, 30 не хватает для того, чтобы получить еще один купон. Они будут работать у нас с вами в седьмом каталоге. Такие уже купоны активировать не нужно. Будут просто разделы с уходом для кожи, уход за волосами, гигиеной, парфюмерией, декоративной косметикой, wellness и ароматерапией. Их не подарить будет нельзя, не активировать их тоже будет не нужно. Просто будут категории товаров, подборки в акциях консультанта на втором шаге, где мы сможем с вами их применять на то, на что выгодно. Серия лета у нас уже напечатали в каталоге, потому что уже весна, весна и практически лето. У нас уже вчера 23 градуса было, поэтому SPF защиты надо запасаться, особенно у тех, у кого пигментация. Да, гиалуронка по хорошим скидочкам. Вот уход за телом, прям крем термоэффект, 299 рублей. За каждую 1000 заказов бонус за покупки будет. Крем, кстати, классный, на самом деле классный. И он реально с термоэффектом, он прям поджигает, пробовала его. Но мне больше нравится почему-то охлаждающий. Особенно сейчас на теплое время года, не вижу его в каталоге. А вот он с охлаждающим эффектом. Он будет уже подороже. Для груди крем тоже понравился. Не скажу, что там какие-то чудеса произошли. Они не произойдут, естественно. Но вот так вот укрепить, немножко, может быть, тоже разровнять рельеф. Да, вполне себе. Здесь, кстати, у нас есть, может, и будет какое-то чудо. Посмотрим, я мажусь прям ежедневно. Антигравитационный фитокомплекс. Антигравитационный. То есть гравитация на нашу грудь, по идее, не должна влиять, и она будет тянуться не к земле, а к небесам. Да? Способствует укреплению кожи и предотвращает ее преждевременное старение. И совершенствует кожу зоны декольте. Вот оно как, кстати, на декольте я особенно не наносила, теперь буду исправляться. Станки пока у нас с вами по хорошей цене, сменные кассеты тоже. Кремушки для ног, я не люблю линейку Happy Steps. Кто-то любит, мне вот честно прям совсем не нравится. Про парфюмерию Mona 1 плюс 1 равно 3. То есть берем 3, они будут выходить дешевле. Дешевле, чем в каталоге. Многие, кстати, любят из этой серии. Вот прям многие очень любят. По новым лакам пока ничего не могу сказать, потому что еще их не пробовала. Видите, без маникюра хожу, ногти пока отдыхают. И наклейки тоже не пробовала. Где-то через недельку буду делать. Обязательно воспользуюсь вот такими вот наклейками. Сделаем какой-нибудь красивый с вами дизайн. А так много красивых оттеночков, надеюсь. И вноски тоже будут хороши. На помадочки у нас с вами скидка. Практически всегда 50%. Что брать по купонам потом будем? Купоном потом будем брать то, что крайне редко бывает в каталоге. Хорошая скидка на Miss Curl, потрясающая тушь, вообще замечательная. Одна из самых любимых Faberlic. Про тональные основы я уже не хочу их применять, на самом деле. У меня еще SPF защита
летняя моя 50 для лица с тонирующим эффектом. Поэтому вот как наступает тепло, про тональные основы, даже про свои любимые кушоны. Я забываю, скоро будет, девочки, подробный обзор на эту пудру. Прям вот, наверное, в следующем видео или через один. Потому что есть что сказать. Просто уникальный продукт, на самом деле. Я таких раньше никогда не встречала. И выравнивающий консилер для лица прям тоже хочется взять в запасы. Почему? Потому что это тоже что-то с чем-то. Вот он прям классный. Он вообще не западает в морщинки и даже может их разравнивать. Вот этот консилер считаю тоже одним из самых классных продуктов, который когда-либо пробовала. Он прям достойный внимания. Кто еще не брал, но кто пользуется консилерами, прям вот очень рекомендую. Многие сейчас, кстати, возвращаются к крему куркума, к дневному, потому что он с SPF защиты 15. Но, на мой взгляд, он мне был зимой тяжеловат, осенью точнее, а сейчас вообще не представляю. Хорошо подойдет на весну, уже на жару, потому что в многих городах уже на юге России жара. Серия Океанум, Global Oxygen, сияние, это прям вот зима, на мой взгляд. Кислородный баланс, вообще, я им очень долго пользовалась, это моя любовная любовь, если честно. Дневной крем для лица, он действительно матирует, здесь просто нет никаких чудес в плане там возрастных изменений. Но как базовый уход, еще и матирующий, не перегружающий, увлажняющий, очень рекомендую. Дневной крем, он прям матирует. Коллаген. Нормально еще, смотря какая кожа. Омега-хит тоже. Можно пользоваться карбокситерапией. Я вот сейчас это активно, кстати, делаю. Она тоже способна избавлять от пигментации, если проделывать курсом. Через день, вот приблизительно хотя бы так. Да? Набор будет со скидкой. Вместе с маской будет очень хорошая цена. За 600 с чем-то рублей весь большой набор вместе с маской выйдет. Это классно. Мискини, я знаю, вот многие полюбили. Мне вообще не зашла эта линейка, но многие полюбили. Здесь практически все кремы с SPF, и причем 30. Да, вот дневной у нас 30. Поэтому для сухой кожи, мне кажется, стоит рассмотреть. Мне тоже было много, мне было тяжело. Активный крем для лица вообще на любое время года. Он уникальный, он подстраивается. Так же, как и гель-трансформер. Кстати, сейчас его использую на день. Очень легкая консистенция, но очень круто увлажняет. Вот прям очень круто. Поэтому на жару, на теплое время года рекомендую. Так же, как и гиалуроновый гель алоэ вера, стоит рассмотреть. Но тут можно переборщить. Поэтому совсем капельку. Если переборщите, будет липкость. Прям сильная липкость, потому что это прям гель алоэ. Гель алоэ. Моя любимая умывашка уже заканчивается, и хочется вроде чего-то нового. Буду пока подбивать запасы. Будем смотреть, может быть, в 7-м каталоге у нас что-то интересненькое будет. Новенькое, потому что уход, прям вот давно не было ничего нового. Я все запасы свои, всех кремов, всех умывашек подбиваю. Коллаген, скульптор, круговая пластика и так далее. Вот это все я советую отложить до зимы. А серия Эксперт, она прям хорошо подходит, потому что здесь у нас есть сепобаланс, контроль кожи и борьба с расширенными порами. Очень классно, на теплое время года тоже подходит. Кстати, крем «Улучшенная формула». Вчера девочки, спасибо огромное, выкладывали ответ обратной связи, что крем все-таки вокруг глаз изменили. Там немного другие стволовые клетки, гардерики. Там вообще такие чудеса понадобавляли, судя по всему. Так что пользуемся. Пользуемся. Потому что прям вот сказали, что формула ого-го какая. Я прям на все лицо аж вчера на ночь намазала. Но пока не могу ничего сказать, но он очень комфортный. Он очень комфортный, он легкий, он увлажняет. У меня с утра нет отеков после него. Хотя после некоторых кремов могут быть на утро отеки. Легкий, хороший уход. Разглаживает. Глазки выглядят как-то вот свежо. Кожа вокруг бодренько. Так, знаете, больше пока ничего не могу сказать. Но в целом очень неплохо. Очень-очень неплохо. Наборчик снова в каталоге печатают наш любимый классный. Раньше, кстати, на постоянной основе пользовалась. Сейчас много других гаджетов. А раньше прям вот очень-очень. По поводу красок у нас есть с вами отдельный ролик, где красились. Мне, кстати, очень понравился цвет на выходе. И на данный момент, вот сейчас он достаточно ровный, подсмылся. Прошла вот эта вот розовинка, ее на самом деле хочется. Прошла. Но цвет ровный, красивый. Но волосы пошла. Поэтому я, конечно, краски оценила. Они классные. Спасибо за новые оттенки. Но я буду дальше пользоваться своими профессиональными. И можно, конечно, брать и краски Faberlic, но просто отдельно покупать окислитель. Брать меньший процент. Потому что, допустим, в девятке там
у нас с вами идет 9%. Да? Потом, что мы с вами брали? Мы с вами брали девятку, мы брали семерку. В семерке уже 6%. Но даже 6, нет, ну вот 6 еще более-менее, но девятка, нет, это прям жестоко. Но надо смотреть по волосам, надо смотреть по волосам. Хочу сказать, кстати, седина, все хорошо закрасилась, все отлично. Шампунь, вот этот вот активный рост волос, пользуюсь не на постоянной основе, я их всегда шампуни чередую, в зависимости от того, что сегодня хотят мои волосы. Не вызвал зуда, что хочу сказать, потому что знаю, у многих девочек на линейку эксперт есть зуд. Нет, не вызвал. И хочу пропеть хвалебные оды вот этому вот спрею. Вот просто мое и Ксюшкино спасение. Я очень люблю, вы знаете, помыть таким шампунем иссушающим, ну и краска подсушила волосы. И на выходе прямо они суховатые. Вот перед сном вчера распшикала на кончике, расчесалась, сегодня встала. У меня ни объем не потерялся, ну, как бы я не затрагивала кожу головы. И волосы стали очень качественные. Вот знаете, вот прям моментально закрывают чешуйки. Моментально. Поэтому, кто не любит там масками, бальзамами пользоваться, пожалуйста, вот на кончике спрей. Цена вообще очень смешная. Моментально. Вот прям... Если смотреть в этот момент на волосы, ты видишь, как чешуйка каждая запаивается. Волос и внешне выглядит более привлекательным. И на ощупь мягкий, и блестит. Прям вот супер. Хочу взять в запас свой любимый винотоник, потому что сейчас уже как потеплело. Прям гуляем и день и ночь, ноги к вечеру гулят. Здесь будет 55% скидка. Очень рекомендую. 75 мл. Охлаждает ножки. Прям я потом их поднимаю вверх. Полежать так 10 минут и просто сказочно. Потому что... гладкие пяточки и размягчающие уже взяла, чтобы ножки выглядели всегда красиво, аккуратно. И вот надо позаботиться, конечно, и о венах. А многие хвалят крем с аргинином тоже, как раз именно для ног, именно для вен. Но мне нет, мне не подходит, я не оценила его в этом плане. Мне все-таки винотоник нравится больше всего. Гель детский для интимной гигиены, прям очень классный. Прям очень классный. У меня девчонки как пену израсходовали, уже почти один флакон, и как подмывашку. И вот этот яркий аромат персика, он действительно яркий. Он прям яркий, он даже на коже остается. Я пробовала с ним там и руки помыть и так далее. Вкусненький. Мне нравится. Мне понравился. Он густой, прям классный. Вообще здорово, что такие вещи у нас в компании есть. Кстати, 6 апреля проходит флешмоб по wellness. Вам об этом должны рассказать владельцы пункта выдачи, где вы получаете свои заказы. То есть, если вы хотите еще в этом каталоге сделать какой-то заказ, только 6 апреля работает, да, с 8 апреля у нас уже начинается 6 каталог, а вот 6 апреля работает эта акция. На пункты выдачи выдают промокоды со скидкой 50% на любой продукт серии Wellness, в том числе коктейли, в том числе биологические добавки всевозможные, различные. В общем, если вам об этом никто не сказал, но вы хотите взять с 50% скидкой что-то, позвоните на пункт выдачи, попросите промокод. То есть этот заказ можно сделать только что числа. Один день акции, девчонки. Это Всемирный день здоровья, 6 апреля. И вот такая вот акция. Позвоните на пункт выдачи, где вы получаете заказ, и попросите, вам дадут, вы можете сделать... выгодно еще там заказик взять ту пищевую добавку, которую давно хотели, но подешевле. Что хочу сказать по сборам травяным. Желчегонный пока не пила, девчонки. Пока не пила, вот стоит, отложила. Я пью сейчас контроль веса. Мне очень нравится. Во-первых, мне нравится по вкусу. Вполне себе. Кстати, как идея заваривать в термокружке. Можно и на улицу с собой прям брать холодненький, потом остывший. Но на улицу не очень рекомендую. Почему? Конкретно контроль веса. Он обладает легким мочегонным эффектом. Я как-то перед выходом на улицу взяла. Мне пришлось часто домой бегать. Ну, не часто, но пару раз. Гуляли мы часа 3. Поэтому я теперь его часа за 3 до сна завариваю и пью. Он вкусненький, без сахара. Прям вот есть у него какая-то сладость от какой-то травки. Очень вкусный. И часа за 3 до сна, чтобы как следует в туалет пробегаться, да, чтобы ночью тоже как бы не бегать, я его выпиваю. Что вижу? Вижу, что нет отеков. Вижу, что нет отеков по утрам. Это очень радует на самом деле. И вообще состав у него классный. Поэтому я вот пью на постоянной основе ежедневно сейчас именно его. Нравится, нравится, нравится. У нас с вами акция вот будет на прокладке. Я в том каталоге взяла, и в этом, наверное, еще возьму запас, положу, чтобы долго потом о них не вспоминать. И
голову себе не забивать. Кстати, про пакетики отдельно снимала, как я их применяю в Дзене, что замораживаю, впрок делаю и так далее, морозилку. И девчонки спрашивали, многоразовые они или одноразовые. Да, они действительно многоразовые. Я планировала их вообще после использования выкидывать, но нет. Решила все-таки помыть и высушить. Они герметичности своей не потеряли. Они достаточно плотные. Зип-замок работает, поэтому, да, действительно, они многоразовые. Желтые ценники на полотенчике у нас с вами будут. По поводу капсул в прошлом каталоге говорили. Спрей-пятновыводитель тоже будет в следующем ролике. Все подробно разберем. На чистящую мусс-пасту есть отдельный ролик. Рекомендую. Вот что могу сказать. Рекомендую. Мне очень понравилось. Мне действительно очень понравилось. Справляется с достаточно сложными загрязнениями быстро. Быстро. Вот это здорово. Может быть, другие средства справляются и так же, но там надо тереть, там надо ждать, может быть, обрабатывать повторно. А здесь быстро. Я ценю вообще такие продукты, которые экономят мое время, мое драгоценное время. Поэтому я их люблю, я их ценю. Так, что у нас еще здесь с вами? Серия «Дом». По поводу кроссовок. Не стала я их брать, как вы заметили, все-таки. И вот получила отзыв от девочки, у кого большой размер ноги. Делает ногу еще больше. Я вообще вот поэтому как бы с опаской отношусь именно к такой подошве. Вот у меня тоже 39-40. И я знаю уже, что вот такая вот подошва, вот конкретно вот такая, не сильно высокая и плоская совершенно, мою ногу будет делать еще длинней. Поэтому я это смотрела, смотрела, выбирала, выбирала, вроде красиво, но нет, все-таки не стала. Ну, тут даже на девушке видно, вот она сидит, а у нее лапоть. А у меня уже есть кеды Фаберлика со старых коллекций, даже здесь в каталоге, наверное, точно нет. И вот они совершенно точно так же делают мою ногу просто огромную, поэтому я их не ношу. Да, крайне редко, когда все остальные кроссовки постираны. На юбке засматривалась, девчонки, засматривалась прямо на юбке, но здесь XL 50-52. В принципе, нормально. И я вообще вот такие варианты на лето люблю. На самом деле, люблю юбки, правда, да. Вот именно вот такие вот варианты. Мне кажется, она будет неплохо смотреться на бедрах, вот чуть пониже. Но это опять, смотри, какая фигура. Смотрю на юбки. Ну, просто 2000 за кусок ткани. Но здесь опять моя любимая вискоза. Она будет струиться. Не знаю, подумаю. А так вообще хочется, на самом деле, потому что люблю. И длина вот эта вот, она крайне удачная, я считаю. И так далее. Зонтики мы с вами все рассмотрели. Мне больше всего понравилась трость. Они самые крутые, но если вам нужен компактный зонт, то тут, конечно, либо коты, либо автоматический зонт. Вот серый, синий, какой у нас еще с вами расцветочки там есть. Засматриваюсь на вот эту маленькую сумочку. Я вообще такой формат люблю, чтобы положить телефон, ключи и все. Потому что все карточки, деньги, у меня как бы все в телефоне. Ничего дополнительно я не ношу, терпеть не могу, да? И поэтому вот такой сумки мне всегда хватает. Но у меня есть такие маленькие, но я на нее посмотрю. Все равно, может быть, и возьму. Я видела обзор, мне понравилось на самом деле. Так, ну и все, мои хорошие, для новичков здесь будет в подарок две пары колгот, поэтому кто в Фаберлик еще не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Если остались вопросы, задавайте. Надеюсь, обзор был вам полезен и интересен. Всех люблю, целую, всем пока-пока.